Всем добрый день. Пекарня «Корица» привлекла мой взгляд. К великому сожалению, уже в 2024 году вряд ли я попробую вкуснейший. Очень вкусный. Только все время путаю, то ли штрудель, то ли шницель. Скорее штрудель. Увы. Увы, сезон закончился. Но я обязательно приду сюда на следующий год и обязательно попробую, потому что там вкуснейшая начинка прям. Орешки чувствуются, яблочки, корица, вся фигня. Очень даже вкусно. Ну, а я пришел показать вам пляж «Дельфин» в начале октября. К дате не привязываюсь. Здесь был тушкан мексиканский. Яркие, красивые, красные и всякие другие ленточки. Здесь была столовая. А теперь здесь ничего нет. Только море. И, кстати, людей на пляже, я вам скажу, нехило. Очень даже нехило. Пляж, видимо, после шторма тоже слегка деформировался и стал гораздо-гораздо короче. Я вот просто посматриваю в сторону Буны, понимаешь, что да. Опять, чем ближе к зиме, тем короче пляж. Ну, парнишка плавает, сами понимаете, вода холодная. Сапы. Все эти зонтики, дорожки. Все куда-то исчезло. Все куда-то пропало. Вы давно просили убрать все зонтики, дорожки. Кому надо, все сами возьмут, говорили. Вот, дорожки разобрали на запчасти. Судя по всему, рано или поздно из них сделают пионерский костер здесь. Или просто вывезут на дрова кому-нибудь, вдруг понадобится, кто его знает. Кстати, туда дальше, дальше, дальше идешь. Такое ощущение, что больше и больше народа. И это факт. Погодка. Слушайте, булыжники, смотрите, какое принесло. Я думал, только на наш, на... Это, господи, забыл свой любимый пляж. На лазурный, во. Нанесло булыжников. Нет. Вот и сюда тоже много булыжников доехало. На Калипсо, я хотел сказать, во, вспомнил. Не знаю, почему, откуда они взяли. Не, но откуда, догадываюсь. Надо будет прокатиться туда, в сторону... Ну, вы поняли, куда. В сторону речки прокатиться. Я там и так часто бывал. Русалок всяких разных снимал. Но мне кажется, что именно оттуда и пришли эти здоровенные-здоровенные камешки. О, пляж с 1 октября не функционирует. Будьте внимательны, осторожны. Везде вот вывесили такие вот плакаты. На кого это останавливало когда, да? В нашей стране. Ну, а администрация пляжа готовится, они должны это сделать. Это правильно. Не, обстановочка нормальная, скажу я вам. На пляже «Дельфиний». Жаль, пропало цифровое табло, на котором можно было бы уточнить информацию о температуре воздуха и воды. Но я вам так по секрету скажу, что воздух, что вода. Нет, воздух 24 в тенечке, вода 23. Ну, во всяком случае, на момент съемки. Я просто замерял, знаю. Где-то 23 там где-то вода была, где-то 23 там и 8 где-то так. Чуть-чуть не дотягивало на одном из пляжей. В целом, знаете, приятная обстановка. Я думал, что вот в это время года уже в октябре будет все похуже гораздо. А нет, очень даже неплохо. Сейчас мы вам заснимем шортс. И, несомненно, его выложим. Thank you.
Все, запротоколировал. Ну что, идти дальше или идти обратно, даже не знаю. Ну пойдемте, тут уже переход. Вы уже поняли, и так сколько людей. Обстановка на пляже ясна. Сапы, кстати, вон еще есть. Надо к Владимиру все-таки заскочить, наверное, будет как-нибудь. Может быть, не сегодня, может быть, завтра. Он, кстати, рассказывал, я в его посте там читал, что ожидается температура до 27+. Но опять же, с уверенностью можно сказать, что в тенечке, точнее, что на солнце 27 по-любому есть. А вот в тенечке, пока я, как я уже говорил, в районе 24, наверное, все-таки. Хотя тоже не берусь утверждать. Может быть, к этому моменту, когда я снимаю этот ролик, уже и потеплело еще больше. Там дальше улица Добролюбова. Людей на улице гораздо меньше. Столовые, как видите, уже прикрыты. А картинка летняя. Летняя, я имею в виду природу, море, все такое. Да, людей заметно меньше уже. Незаметно прям нету. По сравнению с тем, что было в августе, в июле, нету людей. Вот такие дела в Лазаревском. Всем доброго дня. Всем пока. До новых встреч в эфире. Я пойду дальше. Жаль, корицы нету у этих шницелей, штруделя. Я бы его сейчас за милую душу. Да с холодным молоком. Только так прям. Венские отдыхают, поверьте. Вот реально. Всем пока.